1922 главным предметом гордости была твоя земля. Твоя земля и твой сын. Жена хотела, чтобы мы все это бросили. Давайте переедем. Городская жизнь не про нас. Разведемся. Мы оба знаем, ты этого хочешь. Фильм компании Netflix. Жизнь несправедлива, особенно здесь. Я считаю, в душе каждого из нас живет другой человек. Человек коварный. Я продам дом. Ты мой сын, и ты поедешь со мной. Это наш дом. В 22-м году я убил жену. По мотивам повести Стивена Кинга. Лимонада не желаете, шериф? Можно дома смотреть? Сбежала всего с одним чемоданом. Сумасшедшей надо быть, чтобы такой дом бросить. Самые страшные тайны похоронить невозможно. Не подходи! Мы из-за тебя прокляты! Надеюсь, Бога не существует. Ведь если нет Бога... Значит, нет ада. 1922. Автор сценария и режиссер Зак Хилдич. 20 октября.